Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео будут у нас с вами покупки из Золотого Яблока и также Магнит Косметик. Все покупки будут уже с отзывами. Если вас интересует данная тема и вы любите уход за лицом и волосами, то обязательно оставайтесь со мной. Итак, давайте начнем с Магнит Косметик. Не будем все откладывать в долгий ящик. В Магнит Косметик завезли новые продукты от корейского бренда Ладор. Также там есть вроде бы The Same, но я еще ничего там не брала. И ценник варьируется от 600 рублей. Начинается от 600 рублей и доходит где-то до 1200-1400 за один продукт. Итак, что же я приобрела? Мы уже с вами во влоге его тестировали. Это вот такой вот с муцином улитки бальзам, вроде бы не бальзам, как он правильно, Sleeping Hair ампула, ночная ампула для ухода за волосами. Вот так вот она выглядит. Стоила она 600 рублей за 150 мл. Есть еще формат, но это можно приобрести или на Wildberries, или на Озон в таких вот упаковочках по 15 мл, чтобы протестировать. Я, например, брала с медом, или не медом, или кератином, не помню точно. Вот точно такой же продукт, только в маленькой такой вот пипочке. Да, вроде бы с кератином. Мне она абсолютно не зашла, эта фиговина. Но вот это вот взяла, думаю, сразу в большом объеме на тестирование, потому что очень хорошие отзывы. И что могу сказать? Во-первых, это достаточно сложный, спорный продукт. К нему нужно приноровиться. Если вы ищете что-то такое, чтобы давало вам мягкость, гладкость, тары-пары-стопыры, я вам следующий покажу. Вот он как раз-таки вам это даст. Еще плюс термозащита. Но это штука для склеивания кончиков волос, чтобы они не секлись. Вот такую функцию выполняет данная штука. То есть я наношу после мытья, перед всеми своими процедурами, так скажем, типа спрей для легкого расчесывания, бальзам какой-то несмываемый на волосы, вот перед этими всеми штучками своими в уходе за волосами я наношу именно вот это вот средство. Оно хорошо заклеивает кончики. Если наносить, как тут по инструкции, на ночь, еще что-то, мне такое не нравится, и смысла я особо не вижу в этом всем, ну, потому что эти продукты, как правило, дают именно только косметический эффект, а нам, в принципе, это и нужно, чтобы наши кончики не секлись, особенно у блонда. В общем, с функцией справляется, единственное, что немножечко жесткости дает, но потому что я наношу потом последующие свои ухаживающие средства, которые направлены на мягкость, это все не ощущается у меня на волосах. В общем, да, действительно, кончики меньше секутся, обламываются, поэтому это вещь прикольная, но к ней нужен подход. Так, раз уж я заговорила про супер вещь, покажу вам штуку, которой я пользуюсь уже второй год. Это Масил, корейский бренд. Правильно называется протеиновый бальзам защита для волос, профессиональное средство для восстановления. Помогает предотвратить повреждения при термическом воздействии. Наносится как кондиционер, который не нужно смывать. Восстанавливает, решая проблемы выпадения, повышает эластичность, разглаживает чешуйки и предотвращает стечение кончиков. Вот такая вещь. Выглядит она вот так. Формат, мне кажется, можно было бы доработать, потому что сам продукт по себе очень густой по консистенции, концентрированный. И когда уже упаковка заканчиваться начинает, то очень тяжело его дозатором достать. Поэтому я вам уже во влоге говорила, что я мешаю с водой. То есть, когда продукт остается чуть-чуть на донышке, я размешиваю с водой, чтобы он был более жидкий и чтобы смог через дозатор пролезть. И тогда все отлично. Что он дает? Во-первых, с ним очень легко переборщить. Одного нажатия даже на мою густоту, даже на мою длину хватает за глаза. То есть, я наношу от середины длины к кончикам. Не передвигаюсь, хотел сказать, не продвигаюсь к корню, иначе волосы будут жирные. Если наносить два нажатия, 100% пережирнить и придется перемывать волосы. Если наносите в тютелька в тютельку, то что он дает? Он дает мягкость, этот продукт. Он дает гладкость, термозащита. Волосы выглядят действительно очень ухоженно. Поэтому эту штуку я обожаю. Еще у меня есть тоже ухаживающее средство от CP One. Но все-таки вот это самое лучшее. Вот сколько я всего перепробовала, вот это вот
фаворите еще 100%, поэтому могу посоветовать девчонкам с супер убитыми волосами, супер убитым блондом, очень сухие волосы, ломкие. Если вы ищете какую-то термозащиту в виде мазюкалки, то вот присмотритесь. Но есть два недостатка. Это легко переборщить, и вот с упаковкой у нас беда. Ну да ладно. Дальше еще одни средства из Магнит Косметик. Да, вот так вот. Эти штуки я вам не могу посоветовать, потому что очень-очень спорное средство. Кератин Шок Холи Поли. Это у нас московский бренд. И как мне, я разговаривала с девчонками из Магнит Косметик, с продавцами, они говорят, это типа, ну, натуральное. Я говорю, ну, натуральное, только не рабочее нифига. Ну, вот лично на моих волосах. Я не особо любитель что-то натурального. У меня редко что подходит именно под мой тип волос, что-то натуральное. Но, тем не менее, тут я решила попробовать. В общем, шампунь «Глубокое восстановление». Производство у нас Москва, изготовитель. Разглаживает, подготавливает к нанесению маски. Этот шампунь очень-очень похож на ШПО. Шампунь глубокой очистки. Очень похож. Он прям такое ощущение, что это и есть шампунь глубокой очистки. То есть он сушит длину волос, он при этом, как бы я не особо заметила какой-то чистоты, то есть волосы скрипят после его применения. Если ищете какой-то супер очищающий шампунь, по типу шампуня глубокой очистки, то вот присмотритесь к этому продукту, но супер убитым волосам я бы, наверное, не посоветовала. И вот такая вот маска «Глубокое восстановление». Она по консистенции полугелевая такая, полукремовая. Пахнет приятно, ничего не могу сказать, но она не спасает ситуацию. После шампуня очень большая сухость на волосах, и это все, к сожалению, не спасает эта маска. Она просто работает как очень-очень бюджетный бальзам. Очень бюджетный, вы знаете, прям вот, я бы даже сказала, очень похож на Ревивор, нынешний Ревивор. Белорусский вот этот бальзам. Потому что раньше Ревивор был очень крутой, и как маска, и как бальзам работал на ура. Сейчас он очень испортился. Вот что-то похоже на Ревивор. Поэтому не могу посоветовать. Мне кажется, не та линейка, на которую стоит обратить внимание. И у нас пошли с вами покупки золотого яблока. Тут их абсолютно немного. Вот этот вот продукт хочу вам очень посоветовать. Это L-Scenic, маска для волос. Она у нас идет для комплексного ухода с липопротеинами, комплексом и кератином. Липопротеины, они даже могут использоваться в ухаживающей косметике для окрашенных волос. То есть эта маска по идее, по логике, да, она не должна смывать тонировку, если вы блондинка, или просто краску, тусклость не давать волосам. Маска для комплексного ухода с липопротеиновым комплексом, кератином, глубоко питает, уплотняет, укрепляет, помогает устранить ломкость и проблему секущихся кончиков. Делает гладкими, нейтрализует воздействие факторов внешнего стресса. То есть это как и термозащита якобы. Во-первых, мне понравилась консистенция. Не сильно густая, не сильно жидкая. Такая средняя, такая полукремовая, полугелевая. Хорошо наносится по волосам. Волосы в течение 10-15 минут впитывают все это дело вовнутрь. И когда ты смываешь, они невероятно какие-то плотные, напитанные и гладкие. То есть я сегодня и воспользовалась. На один раз мне вот столько нужно было. Ну, соответственно, раза на три мне ее хватит. Если у вас волосы покороче, то вам, естественно, хватит на дольше. Тут всего 150, что ли, миллилитров? Ой, 120 миллилитров. Я бы с удовольствием приобрела ее в большом формате. Мне кажется, она бы зашла как восстанавливающая, как увлажняющая, как комплексная действительно маска. Стоит она 300 рублей в золотом яблоке без карты. Так что я не пожалела, что взяла. Есть у них еще шампуни этого подраздела. Так. И еще у меня есть тут маска для лица. Освежающая фруктовая маска для нормальной сухой кожи. Глубоко очищает, тонизирует, омолаживает. Это Himalaya Herbals. На самом деле, я когда ее купила, 75 мл тут, я думала, что она будет какая-то гелевая, такая приятная, увлажняющая. Но по итогу, это глиняная маска с кислотами, которая чуть-чуть подсушивает кожу, подсушивает высыпание, выравнивает тон. Но чтобы для сухой нормальной, я бы ее вот с осторожностью бы приобретала, если вы захотите как бы, да, купить ее. Потому что ну, все-таки есть определенные моменты, которые подойдут только для жирного и комбинированного типа кожи. Тут у нас идет папайя, яблоко. Вот глубоко очищает, тонизирует, омолаживает кожу. А почему она освежающая? Ну, то, что типа выравнивает тон кожи.
возможно. Тут в составе идут АХА-кислоты, инжир и минеральная глина. Ну, соответственно, она глиняная. Похоже чем-то на маску розовую от Сефоры. Я вообще люблю сефоровские маски, но в последнее время их не приобретала, потому что есть аналоги, получаются дешевле, чем вот эти вот майонезные пачечки брать. Так что, если вы ищете что-то на глиняной основе с кислотами, очищающее, деликатное очищение, то вот эта маска вам подойдет. Не смотрите на название, что она освежающая, она хорошо очищает. И нормализирует выработку кожного себума. Да. Дальше, купила я патчи вот такие, 200 рублей, они стоили лимани, корейские. Тут у нас 30 штук, 15 пар, срок годности с момента вскрытия 3 месяца, патчи для век укрепляющие с коллаген. Что могу сказать? Хорошие патчи, которые увлажняют, которые выравнивают тон кожи. Так что ничем не хуже гидрогелевых, гелевых патчей. Вот такая вот история. Единственное, что они на тканевой основе, но эти патчи также можно использовать как уход. Если вы, например, ищете какой-то продукт для кожи вокруг глаз, который бы вам не утяжелял, не скатывался при нанесении макияжа, или просто вы не любите кремы для век, но вы хотите же какой-то уход приобрести, присмотритесь к этим патчам. У них пропитка именно такая легкая, но при этом рабочая, что как бы вам и не потребуется никакой крем. Вот я 2 дня их использую, вообще ничего не наношу и не сухости, ничего, абсолютно все отлично и комфортно. И последнее, что я вам покажу, это карандаш, который находится у меня на губах. Я его обожаю и мою уже почти все, я его закончила. 405 номер Ламель, это невероятно красивый оттенок, такой, вы знаете, пудровая роза с коричневым таким, с легким коричневым холодненьким подтоном. Ну, в принципе, вы видите его на губах. Хорошо смотрится, хорошо держится. Единственное, что подсушивает губы, но это не критично. Я могу использовать бальзам сверху. Она, этот карандаш, точнее, никак не съедет от жирной текстуры бальзама. Так что вот такая вот история. Я буду очень плакать, если он исчезнет. Но только в золотом яблоке я нашла именно 405 номер. Везде есть 401, 407, но вот 405 самый-самый крутой, самый ходовой. Я его ни на Вайлдберрисе, ни на Озоне найти не могла. И вот спасибо большое золотому яблоку, что я его наконец-таки приобрела. Ну, вот и все, мои куколки. Вот такой был видеоролик. Я надеюсь, он вам был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми, также жду в своей группе ВКонтакте, ссылочку я вам оставлю в описании, и если не сложно, девчонки, поддержите мой канал, оставьте абсолютно любой комментарий под данным роликом и просто нажмите кнопочку поделиться, не обязательно куда-то отправлять этот ролик, просто тем самым YouTube поймет, что мое видео интересуется, и, в общем, это поможет в развитии канала. Огромное спасибо, и до скорой встречи. Целую в плечи. Пока-пока.